концу 20-х годов административно-финансовые меры и антирелигиозная агитация оказались неэффективными. Престиж Русской Православной Церкви реально только вырос. В 1928 году, несмотря на гонения, власти зафиксировали высокий уровень религиозности среди населения. Да и авторитет духовенства, находившегося в ссылках и заточении, был чрезвычайно высок. Для того, чтобы провести коллективизацию и индустриализацию в стране, советской власти надо было сокрушить крестьянство, воспринимавшееся большевиками как громадная враждебная масса, не поддающаяся контролю. На народ обрушились ужасающие репрессии. 6 миллионов умерло от голода 1931 года. Более 2 миллионов крестьян были депортированы, причем многие десятки, если не сотни тысяч, их погибли при этом от лишений. Крестьяне сопротивлялись. За 1928-29 годы было более 1300 восстаний. В ответ заработала карательная машина. В 1928 году было вынесено 909 тысяч, а в 1929 году 1 миллион 178 800 обвинительных приговоров по делам крестьянских выступлений против советской власти. Большинство крестьян было православными людьми, для которых вера являлась и образом мышления, и образом жизни. Естественно, власти обрушились и на церковь, стремясь уничтожить своего главного идеологического врага. 8 апреля 1929 года Президиум в ЦИК принял постановление о религиозных организациях. Вся религиозная жизнь ставилась под полный контроль государства. Религиозные общества лишались прав юридического лица. Это привело к тому, что религиозная деятельность попала под закон о частном предпринимательстве. Резко повысились налогообложения. Священники платили в казну 75% со своих доходов. Для них сохранялась высокая квартплата и другие ограничения. Нововведением стала и обязательная регистрация религиозных объединений и их членов, а местные органы власти могли отказать в регистрации без каких-либо объяснений. Церкви было запрещено осуществлять частное духовное образование, даже в виде библейских кружков. Это отражено в многочисленных инструкциях и циркулярах в ЦИКа второй половины 20-х годов. Таким образом, власть, по сути дела, загоняла церковь в резервацию. На островах Соловецкого архипелага была создана модель государства, разделенного на группы по классовому признаку, где имелись своя столица, свой Кремль, своя армия, свой флот, свой суд, своя тюрьма и хорошая материальная база, доставшаяся в наследство от монастыря. Печатались свои деньги, издавались свои газеты и журналы. Имелось даже несколько театров и научное общество, изучавшее природу и памятники истории на территории лагеря. Управление «Слона» находилось в Кремле на Соловецком острове. Гостка чекистов занимала самые ответственные посты, а все прочие должности занимали заключенные бытовики, бывшие чекисты. Они пользовались огромными привилегиями. Желая сохранить свое положение любой ценой, многие превращались в оголтелых самодуров и садистов. Поскольку «Слон» были лагерями особого назначения, то на заключенных никакие амнистии не распространялись. Перед каждой очередной амнистией
честь очередной годовщины советской власти на Соловки завозились партии осужденных, которых ОГПУ хотела отвести от амнистии. Количество заключенных в Соловецком лагере постоянно росло. Если в 1923 году было 2557 человек, то в 1927 году уже 12896 человек. Это приводило к росту расходов на содержание лагеря. Соловки оказались нерентабельны. Положение коренным образом начало меняться с 1926 года, когда были предложены основные идеи, легшие в основу самоокупаемости лагерей. Именно Соловецкий лагерь предложил использовать заключенных для нужд самого лагеря на внешних работах, не требующих значительных первоначальных капиталовложений и допускающих применение большого количества ручного труда, а также неквалифицированной рабочей силы. Для стимуляции труда осужденных применялась система материального поощрения и, что самое главное, система зачетов. Работа давала возможность заключенному значительно сократить себе срок наказания. Начиная с этого года, центр Соловецкого лагеря перемещается на материк, в Карелию, где заключенные строят железные и грунтовые дороги, заготавливают древесину. Использование рабочей силы на этих работах позволило уже в 1928 году получить доходы, превышающие расходы на содержание лагеря. Новая система дала возможность принять в лагерь потоки заключенных 1928-29 годов, когда туда стали поступать крестьяне за невыполнение обязательств по хлебопоставкам. Именно опыт Соловецкого лагеря дал возможность руководству ОГПУ и страны принять решение о создании системы исправительно-трудовых лагерей как основного типа учреждений исполнения наказания. Таким образом, Соловки явились первоначальной моделью воплощенного ГУЛАГа. Соловецкие лагеря начала 30-х годов представляли собой огромный хозяйственный комплекс, раскинувшийся от Мурманска до реки Свирь. Изменилось и само название лагеря. Вместо «Слона» появились Соловецкие и Карело-Мурманские исправительные трудовые лагеря ОГПУ. Эти лагеря обслуживала эскадрилья гидросамолетов и флотилия из 18 судов. Формирование лагерной системы закончилось в 1929-30 годах массовой гибелью заключенных от тяжелых условий жизни, как писали в актах о смерти, а затем и уничтожением самих охранников, рьяно выполнявших карательные функции. К 1929 году государство создало эффективную машину для борьбы с церковью. Все важные, связанные с гонениями вопросы теперь решались высшим руководством Политбюро и ЦК. Начало новому витку гонений положил Сталин. Еще в 1927 году он заявил, что партия будет вести борьбу с религиозными предрассудками, что за кулаками стоит духовенство. Беда только в том, что оно, духовенство, не вполне еще ликвидировано. Русская православная церковь была объявлена кулацко-непманской агентурой. Намерение властей физически уничтожить носителей религиозного сознания становилось очевидным. Разумеется, это не декларировалось, ведь по учению марксизма религия в новом обществе должна отмереть сама по себе. Осенью 1929 года президиум в ЦИК принял антицерковное постановление, в котором говорилось: «Колокольный звон
нарушают бытовые условия масс, мешают труду и отдыху. Вследствие этого полностью был запрещен трезвон. На местах должным образом поняли это решение и принялись в массовом порядке уничтожать колокола. Досужие умы уже подсчитывали вес колокольного металла в стране и выдвинули идею развития электротехнической промышленности на базе колокольной бронзы. Но эти наполеоновские планы большевиков рухнули. Реально оказалось, что в стране не было производственных мощностей и соответствующей технологии. Промышленность оказалась не в силах сразу переработать такое количество металлов. Разбитые колокола еще долго лежали во дворах заводов. Вслед за снятием колоколов разрушению подверглись храмы. В 1929-31 годах прошла волна массового закрытия церквей. Если в 1928 году было закрыто 354 храма, то в 1929 – 1119. Для закрытия храмов годился любой предлог. Например, если менее чем в одном километре от храма находилась школа, а чаще всего арест кого-либо из священнослужителей. Достаточно было любого сфабрикованного обвинения, чтобы храм закрывался, а общество распускалось. В стране был нанесен огромный ущерб, выразившийся прежде всего в снижении нравственного уровня населения. В лагерные годы соном соловецких святых пополнился десятками страстотерпцев, принявших страдания и смерть за Христа. Более 40 из них уже прославлены церковью. Священномученик Евгений Зернов, митрополит Нижегородский. К 1926 году на Соловках уже находились 29 иерархов. Попав в концлагерь, они образовали церковный орган – собор соловецких епископов, во главе которого стоял правящий епископ Соловецкий. Священномученик Евгений Зернов был первым правящим соловецким епископом. В июле 1926 года владыка принимал участие в составлении соловецкого послания – обращение к правительству СССР православных епископов. Дух документа был преисполнен непоколебимой твердости во всем, что касается свободы церковной жизни, совершенно чужд соглашательства. В документе были изложены факты гонения на церковь. В 1935 году священномученика Евгения Зернова очередной раз арестовали по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к 3 годам заключения в Карагандинском лагере. Тройкой при управлении НКВД по Карагандинской области приговорили к расстрелу. Расстрелян 20 сентября 1937 года. Священномученик Александр Щукин, архиепископ Семипалатинский. Его били, запугивали, но он на все отвечал: «Тело мое в вашей власти, и вы можете делать с ним что хотите, но душу свою я вам не отдам». По обвинению в том, что путем произнесения проповеди с антисоветским уклоном прививал свои контрреволюционные убеждения населению, владыку приговаривают к 3 годам лагерей, которые он отбывал на Соловках. В сентябре 1936 года владыка назначается на Семипалатинскую кафедру. Через год его арестовывают. Архиепископ Семипалатинский не подписал ни одно из обвинений и держался на допросах мужественно.
28 октября Светитель по обвинению в шпионаже и контрреволюционной агитации приговаривается к расстрелу. Расстрелян 13 октября 1937 года. Священномученик Дамиан Воскресенский, архиепископ Курский. Летом 1932 года в Центрально-Черноземной области произошли массовые антиколхозные выступления. Доведенные до отчаяния крестьяне требовали: «Отдайте землю и волю и крестьянскую власть. Советская власть нас ограбила. Нам нужна власть без колхозов». В антиколхозных выступлениях участвовало около 60 тысяч человек. ОГПУ пришло к выводу, что контрреволюционные массовые выступления явились результатом деятельности контрреволюционной церковно-монархической организации «Ревнители церкви», возглавляемой архиепископом Дамианом Воскресенским. Вместе с владыкой было арестовано 3 епископа, 127 священников, 106 монахов и монахинь. 26 декабря 1933 года коллегия ОГПУ приговорила архиепископа Дамиана к расстрелу, заменив его заключением в Соловецкий концлагерь сроком на 10 лет. В Соловках его расстреляли в 1937 году. Место, где был похоронен, неизвестно. Весь период существования Соловецкого лагеря в нем казнили людей. Расстреливали поодиночке под колокольней и в подвале церкви Вознесения на Секирке. Уводили в лес со связанными за спиной колючей проволокой руками, вели заключенного босого в одном белье и обрывали его жизнь внезапным выстрелом из револьвера в затылок. Целые группы заключенных выгружали с парохода на причале и, не заводя в лагерь, конвоировали к Секирной горе и расстреливали у подножия горы или на Большом Куликовом болоте. Летом 1930 года привезли на Соловки несколько десятков сектантов, имеславцев или истинно православных, как они себя называли. Имеславцы отрекались от всего, что шло от Антихриста, воплотившегося, по их мнению, в представителях большевистского государства. Не получали никаких советских документов, ни в чем не расписывались, не открывали своих имен, не получали советских денег. Их послали на безлюдный, пустынный, Малый Заяцкий остров. Администрация распорядилась сдать им двухмесячный паек, но при условии, что за него в ведомости распишется каждый. Все отказались. И их оставили без пищи, хотя и были заключенные, желавшие отправиться с ними счетоводами и каждый день выдавать им пищу и вести всю отчетность. Через 2 месяца приплыли на остров и нашли только расклеванные птицами трупы. Все были на месте, никто не сбежал. Все же маховик репрессий 1929-33
третьего годов еще не заработал в полную силу. Карательная система советского государства еще не достигла апогея своей мощи и поэтому еще не решалась уничтожать всех подряд, как во второй половине 30-х годов. В 1931 году с острова удалили последнего монаха-инструктора. И Ануфриевская церковь была окончательно закрыта. Однако заключенное духовенство служило келейно. Происходили и катакомбные богослужения в лесу возле поселка и на отдаленных командировках. Тайных катакомбных храмов в соловецких лесах было несколько. Храмы представляли собой небольшую поляну среди густого леса или кущу, естественно созданную большими елями. Богослужения совершались обычно летом, в большие праздники. Священномученик Иувеналий Масловский, архиепископ Рязанский. Когда владыка служил в Туле, ОГПУ искала причину для разгрома Тульского епархиального управления во главе с епископом Иувеналием за поддержку патриарха Тихона, за сопротивление разграблению церквей. Началась оголтелая травля владыки в печати, но это нисколько не уменьшило народную любовь к нему. Повод нашли 18 апреля 1922 года. На колокольне Тульского Казанского собора чудесным образом явилась икона Божией Матери. Казанскому собору началось паломничество. Перед иконой совершались непрерывные молебные пения. Огромный собор не вмещал всех молящихся. Люди протестовали против изъятия чудотворной Богородичной иконы и церковных ценностей. Власти разогнали народ, а икону отняли. Были арестованы свыше 50 человек, весь клир собора. Всем служителям церкви дали сроки от условного до 10 лет, причем в 1937 году все они были расстреляны. Был арестован и епископ Иувеналий. В начале 1924 года владыку арестовывают повторно по обвинению в антисоветской агитации и отправляют в Соловецкий концлагерь. К тому времени на Соловецком архипелаге находилось уже более 120 священнослужителей, из них 25 архиереев. При аресте 1936 года обвинялся в том, что являлся организатором и вдохновителем контрреволюционной группы духовенства, монашества и церковников. Систематически с духовенством вел контрреволюционные суждения, давал установки контрреволюционного характера, в частности, о переводе церкви на нелегальное положение, лично сам служил в церкви торжественную панихиду по бывшему русскому царю Николаю II, произнес в церкви речь контрреволюционного содержания, разрешал производство тайных постригов, комплектовал вокруг церкви учащуюся молодежь. По постановлению особого совещания при НКВД СССР от 4 апреля 1936 года Масловский за участие в контрреволюционной группе заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 5 лет. Для отбывания наказания направлен в Сиплаг, город Мариинск Кемеровской области. В сентябре 1937 года архиепископу Иувеналию было предъявлено очередное обвинение. А 13 октября тройка НКВД Новосибирской области приговорила его к расстрелу. Владыку расстреляли в ночь с 24 на 25 октября 1937 года.
священномученик Прокопий Титов, архиепископ Херсонский. Первый арест владыка пережил в январе 1918 года. В начале 1920-х годов чекисты судили владыку за противодействие изъятию церковных ценностей и за тесное сношение с добровольческим командованием при генерале Деникине. 19 ноября 1925 года я был арестован и было предъявлено обвинение в принадлежности к контрреволюционной группе духовенства и мирян. Конкретных контрреволюционных действий мне предъявлено не было. После проведенного расследования мне было дано 3 года Соловков. Так впоследствии написал архиепископ Прокопий. На Соловках священномученик Прокопий Титов был правящим епископом. Во второй половине 1930-х годов владыка находился в ссылке в Узбекистане. Святитель расстрелян 23 ноября 1937 года. Священномученик Серафим Самойлович, архиепископ Угличский. Впервые арестован за распространение послания патриарха Тихона и за сопротивление изъятию церковных ценностей в июле 1922 года. Затем последовала волна арестов в ноябре 1923 года, в мае 24-го, в декабре 1926 года, в марте 27-го, в феврале 1928 года, в марте 29-го. Особое совещание при коллегии УГПУ СССР за распространение антисоветских документов приговорило владыку к 3 годам заключения в концлагере. Соловецкий лагерь особого назначения с 1929 по 1931 год. На строительных работах упал с лесов и сломал ребра. И осенью 1931 года был переведен на материк на инвалидные работы. В 1932 году сослан в республику Марий-Эл, где был арестован и повторно осужден по статье 58. После отбытия срока был сослан в Архангельск, где опять арестован в 1934 году и осужден на 5 лет лагерей. Этапирован в Новосибирскую область. Находясь в Сиблаге, на владыку Серафима было заведено новое дело 1937 года, и в сентябре он был судим тройкой при НКВД по Новосибирской области. Обвинение. Организовал и возглавил контрреволюционную группу в лагере, проводя систематически контрреволюционную агитацию. Приговор. Высшая мера наказания. Расстрел. Владыка Серафим виновным себя не признал. 4 декабря 1937 года расстрелян в лагере Сиблага, Новосибирская область.
Лагеря на материке от Ленинградской области до Мурманска и Урала, находившиеся вне территории острова Соловецкого архипелага, в начале 30-х годов еще продолжали называться Соловецкими. Одновременно сам Слон терял специфику, которая отличала его от других лагерей. Из лагеря аристократии, научной и творческой интеллигенции и духовенству, из центра духовной жизни России в 20-х годах, Слон превращался в кузницу кадров для лагерей ГУЛАГа, и место изоляции советских и партийных оппонентов сталинского большинства в руководстве ВКПБ и республиканских компартий. Главный новый лагерный закон гласил: хлеб по выработке. Больные, физически слабые, пожилые заключенные были теперь изначально обречены на истощение и смерть. Но те, кто выполнял нормы выработки, получали неурезанный продовольственный паёк, награждались грамотами и премиальными, их портреты вывешивали на лагерной доске почета. Соловки же после уничтожения древних лесов архипелага перекачали большую часть своих узников с островов на ударное срочное строительство Беломорско-Балтийского канала. Режим охраны заключенных на островах все более ужесточался. Узников лагерей с середины 30-х годов стали переводить на тюремное содержание. Тяжелый труд в условиях приполярья и заполярья приводил к росту заболеваний, увеличению числа инвалидов среди осужденных. Заболеваемость и смертность от цинги и подагры была высокой. В лагере наблюдались перебои с доставкой и выдачей хлеба. За время существования Соловецкого лагеря с 1923 по 1933 годы в нем умерло около 7500 человек, из них 3500 в голодном 1933 году. Ликвидация священства в стране набирала обороты. Служители культа, находившиеся в категории лишенцев, лишенные медицинского обслуживания и продовольственных карточек, в массовом порядке стали подвергаться арестам, заключению, ссылкам, а иногда и расстрелу. Лишь в 1930 году было репрессировано 13 тысяч представителей духовенства. Всего за 1929-33 годы было репрессировано около 40 тысяч церковнослужителей. Большинство священнослужителей подверглись ссылке, как правило, на север и в Сибирь. Сосланные священнослужители, среди которых было много старых и физически слабых людей, находились в самом тяжелом положении. Голод и эпидемии производили ужасающее опустошение среди ссыльного духовенства. Священномученик Антоний Панкеев, епископ белгородский. В 1926 году он был арестован и приговорен к 3 годам заключения в Соловецкий концлагерь. В 1929 году новый приговор – 3 года ссылки в Енисейске. 25 февраля 1935 года епископ Антоний был арестован в очередной раз. Против него лжесвидетельствовали обновленцы и григорианцы. На допросах владыка держался мужественно
и на вопросы о его церковной позиции отвечал ясно и недвусмысленно. 1 августа 1935 года НКВД объявил епископу, что следствие по его делу закончено. Владыка отказался признавать себя виновным и подписывать лжесвидетельство. Священномученика Антония обвиняли в том, что он, будучи сам контрреволюционер, настроенный против существующего строя, как активный последователь истинно православной церкви, в целях проведения контрреволюционной работы начал подбирать себе единомышленников из числа контрреволюционного духовенства из разных городов Советского Союза. В целях подрыва экономического роста колхозов Панкеев давал указания священникам своей епархии под видом усиления пастырской деятельности среди верующих колхозников проводить контрреволюционную работу, направленную на отрыв колхозников от колхозных работ. 11 сентября 1935 года епископ Антоний Панкеев был приговорен к 10 годам тюрьмы и был отправлен на Дальний Восток. В июле 1937 года правительство СССР принимает постановление, в соответствии с которым народным комиссаром внутренних дел был отдан оперативный приказ о расстреле находившихся в тюрьмах и лагерях исповедников. В феврале 1938 года против епископа Антония было начато новое дело. Он был перевезен в Благовещенскую тюрьму. 17 марта тройка НКВД приговорила владыку к расстрелу. 1 июня 1938 года священномученика расстреляли. Священномученик Игнатий Садковский, епископ Скопинский. 17 января 1923 года был арестован за контрреволюционную агитацию вместе со своим братом, отцом Георгием Садковским. Осужден на 3 года. 14 сентября 1923 года отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения вместе с братом. В 1926 году принимал участие в составлении Соловецкого послания обращения к правительству СССР православных епископов из Соловецких островов. Особое совещание при коллегии ОГПУ СССР 2 июля 1930 года по статье 58 приговорило еще к 3 годам лагерей. Сидел в Архангельской области, город Котлас. 20 февраля 1936 года вновь арестован, осужден и сослан на 5 лет в Северный край за участие в контрреволюционной группе духовенства и мирян. Находясь в ссылке, арестован в 4-й раз. Тройка при управлении НКВД по Архангельской области за контрреволюционную деятельность в ссылке дала владыке еще 10 лет лагерей. Попал в следственную тюрьму Архангельска, а затем в Кулуйлак. Там уже 9 февраля 1938 года отошел ко Господу. Thank you.
На Соловках у полярного круга возник полигон, где вдали от посторонних глаз отрабатывались организации охраны и практика расстрелов. Обсуждалась вероятность применения отравляющих газов и технология захоронения трупов. Определялись нормы питания и изучались возможности массового использования принудительного труда. На Соловках внедрялась индустрия создания граждан с принципиально новым советским сознанием. Руководители системы считали, что ими создана фабрика людей. Заключенные называли это предприятие «Ад-строй». Среди высших иерархов Русской Православной Церкви, томившихся на Соловках, было 20 архиепископов, 47 епископов, 3 архимандрита. Большинство из них были умучены, расстреляны, погибли на Соловках или в местах пересылки. Священномученик Петр, архиепископ Воронежский, в миру Василий Константинович Зверев, родился 18 февраля 1878 года в семье священника. Его отец был духовником великой княгини Елизаветы Федоровны. В раннем детстве он торопился попасть к началу богослужения в приходской храм и на службу ходил всегда вместе с отцом. Звонарь, видя идущего священника, ударял 3 раза в колокол, и мальчик считал, что 2 раза звонят отцу, а 3-й раз ему. В 1895 году Василий окончил гимназию и в 1899 году был зачислен в Казанскую духовную академию. Через год он был пострижен в монашество с именем Петр и рукоположен в сан иеромонаха. В 1902 году иеромонах Петр был удостоен степени кандидата богословия с правом преподавания в семинарии. В 1907 году иеромонах Петр стал инспектором Новгородской духовной семинарии. В июле 1909 года Святейший Синод постановил назначить иеромонаха Петра на должность настоятеля Пилевского Спасо-Преображенского монастыря Тульской епархии. Монастырь находился недалеко от Оптиной пустыни, и настоятель имел возможность общаться с оптинскими старцами. Старцы, в свою очередь, высоко оценили духовную настроенность иеромонаха Петра и часто направляли к нему людей для духовного руководства. Августа 1910 года игумена Петра возводят в сан архимандрита. С самого начала военных действий в 1914 году в Спасо-Преображенском монастыре был устроен лазарет на 12 кроватей, из которых 5 были на полном содержании монастыря. 14 февраля 1919 года в Москве состоялось наречение архимандрита Петра в епископа. На следующий день, в праздник Сретения Господня, состоялась его хиротония святым патриархом Тихоном в епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Епископ Петр был высокого роста, худощавый, с длинными волосами, которые он никогда не подстригал, с рыжеватой бородой, ясными голубыми глазами. У него был очень сильный голос и хорошая дикция. Когда ему приходилось служить в храме Христа Спасителя, и он говорил проповедь, по всему храму было слышно каждое слово. В Нижнем Новгороде епископ поселился в Печорском монастыре на берегу Волги. Шел во время кождения, не торопясь, так что успевали пропеть весь полиелейный псалом. «Хвалите имя Господне» пел весь народ,
на два хора афонским распевом. Будучи в Воронеже, владыка говорил своему келейнику, отцу Иннокентию: «Во всем твой Петр грешен, только устава никогда не нарушал». Истовое, неленостное служение, искренность в вере, смирение, открытость для всех – все это народ сразу почувствовал в нем, оценил и полюбил. Он часто служил в Сормове. Когда в мае 1921 года власти арестовали епископа, рабочие объявили забастовку и бастовали 3 дня. Власти пообещали рабочим, что отпустят архиерея, но вместо этого отправили его в Москву, в ЧК, на Лубянку. Его обвинили в разжигании религиозного фанатизма в политических целях. На Лубянке епископ Петр сидел в камере с одним моряком. Пока были вместе, беседовали. Беседы эти закончились тем, что владыка снял с себя нательный крест и надел на матроса. В таганской тюрьме епископ тяжело заболел от истощения. У него образовались фурункулы на голове, и его положили в больницу. В конце июля епископа Петра назначили на этап в Петроград. В петроградской тюрьме епископ пробыл до 4 января 1922 года, и в день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы был освобожден и уехал в Москву. В Москве он получил от патриарха назначение быть епископом Старицким, викарием Тверской епархии. Здесь он сразу принялся за благоустроение богослужения, заведя те же порядки, что были у него в Нижнем Новгороде. Весной 1922 года стали очевидны для всех размеры нового бедствия – голода, постигшего Нижнее Поволжье. И епископ Петр решил оказать посильную помощь голодающему населению. ...31 марта 1922 года он обратился к Тверской пастве с посланием, которое было разослано по всем приходам и монастырям епархии. Владыка призывал жертвовать из церковного достояния на святое дело все то, что не является существенно необходимым для совершения богослужения. В это трудное время он объявил, что будет служить каждый день всю неделю, как священник, утром и вечером. Бывало, что кто-нибудь из прихожан, видя, что архиерей терпит нужду, отрезал от своего скудного пайка в 100 граммов половину хлеба и, завернув в чистую бумагу, подавал владыке. Епископ Петр не отказывался, поблагодарит, улыбнется и возьмет кусочек в 50 граммов хлеба. Зачастую это и была его еда за весь день. Летом 1922 года начался обновленческий раскол. Раскольники при поддержке советских властей принялись за разрушение церкви. Епископ Петр немедленно запретил служение тем священникам Тверской епархии, которые присоединились к расколу, придав факт запрещения широкой огласке, чтобы предупредить мирян об опасности обновленчества. В ноябре 1922 года владыка Петр вновь арестован за выпущенное им обращение к Тверской пастве, в котором он объяснял сущность обновленчества, и был доставлен в Москву. На допросах он показал, что признает патриарха Тихона единственным законным главой Русской Православной Церкви, а решением самозванного обновленческого совета Высшего Церковного Управления не подчиняется. В марте 1923 года владыка был отправлен по этапу в Ташкент, а оттуда в ссылку в поселок Кызыл-Орду. Жил он в тяжелых условиях, болел цингой, в результате чего лишился зубов. В 1923 году был освобожден из заключения святой патриарх Тихон. Святейший патриарх
подает властям список архиереев, без которых не мог управлять церковью. В их числе был и епископ Петр. В июле 1925 года владыку Петра направили в Воронеж в помощь престарелому митрополиту Владимиру Шимковичу, после кончины которого в январе 1926 года владыка Петр с возведением в сан архиепископа был назначен на Воронежскую кафедру. Архиепископ Петр приехал в Воронеж 10 января 1926 года. В Алексеево-Акатовском монастыре, куда владыка направился с вокзала, ему подарили иконы святителей Митрофана и Тихона, чтобы по молитвам этих угодников Божиих Господь сохранил его на Воронежской кафедре. Архиепископ Петр пользовался огромным уважением жителей Воронежа, которые почитали его хранителем чистоты православия. Он служил по афонскому чину, и храмы были всегда переполнены. У него пели все предстоящие. Жил архиепископ Петр в двухэтажном доме с крыльцом и садом на прилегавшей к монастырю улице. Далеко не ходил, только в храм. Служил, кроме храма Алексеевского монастыря, в храме Сошествия Святого Духа на Терновой Поляне и в храме Покровского Девичьего монастыря. Церковное положение в Воронеже было таково, что многие храмы к этому времени были захвачены обновленцами. Пребывание архиепископа на Воронежской кафедре, его истовое совершение богослужений, любовь к верующим – все это действовало на обновленцев уничтожающе. Благодать Божия через своего избранника – попаляла ложь, лицемерие и лукавство обновленческого движения, и обновленцы предпринимали немало усилий, чтобы удалить архиепископа из Воронежа, действуя через советские власти. При Высокопреосвященном Петре началось возвращение храмов из обновленчества в православие. Чин принятия духовенства архиепископ совершал с большой торжественностью. Владыка стоял на кафедре, а кающиеся священники с амвона приносили архиерею и всему народу свое покаяние. Перед началом богослужения обновленческие храмы заново освящались. Во всех возвращающихся в православие церквях архиепископа Петра встречали с крестным ходом, с хоругвями при огромном стечении народа. Все это вызвало гнев обновленцев, у которых оставалось все меньше церквей. Обстановка в городе становилась все более накаленной. Несколько раз архиепископ получал письма с угрозами. Были случаи, когда в него с крыши бросали камнями. В конце концов, рабочие предложили учредить охрану архиерея, которая сопровождала бы его на улице, а также оставалась ночевать у него в доме на случай провокации. Признание православными главой епархии архиепископа Петра не облегчало бремени служения его на Воронежской кафедре, потому что юридически власти признавали церковью только обновленцев, и православная церковь, хотя и существовала, но была как бы нелегальной.
верующие, опасаясь, что арестуют их любимого архипастыря, устраивали круглосуточное дежурство около его квартиры, неоднократно выражали массовые протесты. Когда владыка отправлялся по очередному вызову в милицию, до 300 мирян сопровождали его, требуя освобождения. В защиту архиепископа Петра была даже послана телеграмма от имени рабочих в адрес 15-й всесоюзной партийной конференции. Чем больше людей хлопотало за своего архипастыря, тем большую ненависть он вызывал у властей. Обстановка в городе в то время была такова, что архиепископ счел нужным обратиться с посланием к воронежской пастве, одновременно отослав его текст в газету «Воронежская коммуна» с просьбой опубликовать, предполагая таким образом смягчить напряженность отношений между церковью и властями в Воронеже. Архиепископа Петра стали вызывать на допросы в ОГПУ. Держался он при этих визитах спокойно. Ноября 1926 года власти арестовали архиепископа Петра. Вместе с владыкой Петром был арестован его келейник, архимандрит Иннокентий и другие близкие ему люди, большей частью рабочие. Его немедленно отправили в Москву, судили и приговорили к 10 годам заключения в концлагерь за контрреволюционную деятельность против советской власти. Весной 1927 года архиепископ Петр прибыл в Соловецкий концлагерь, где находились в заключении много архиереев, духовенства и монашествующих. Сюда же был доставлен и его ближайший помощник, архимандрит Иннокентий, беда, настоятель Воронежского Алексеева Акатова монастыря. Жил он в маленькой комнате вместе с епископом Печорским Григорием Козловым. Владыка Петр соблюдал молитвенные правила и жил по церковному уставу. Он принимал всех, кто желал его видеть и с ним беседовать. В это время на Соловках еще действовала церковь преподобного Ануфрия Великого. И молитва за службами в храме была огромным утешением для владыки. До 1928 года священнослужителям из заключенных чекисты разрешали посещать ее. Службы совершались ежедневно, всеночная литургия. Архиепископ Петр старался бывать на всех службах. После отправки на этап Соловков архиепископа Илариона Троицкого ссыльный епископат в знак особого уважения избрал архиепископа Петра архипастырем, главой Соловецкого православного духовенства. Нравственная высота архиепископа была такова, что и в роли дворника с метлой он внушал благоговейное уважение. Чекисты при встрече не только уступали ему дорогу, но и приветствовали его, на что он отвечал, поднимая руку и осеняя их крестным знаменем. Из Соловков владыка старался писать как можно чаще, насколько позволяли условия заключения. В своей воронежской пастве архиепископ писал: «7 августа 1927 года. Да хранит Господь всех вас в мире, здравии и благополучии. Всех с любовью помню, за всех молюсь, всем кланяюсь и всех благословляю. Мы пока, по милости Божией, живы, здоровы и благополучны. Я состою на должности сторожа вместе с курским архиепископом. Слава, слава Богу! За все благодарю Господа. Не забывай молиться о грешном архиепископе Петре. 19 сентября 1927 года. Живу воспоминаниями и храню в своем сердце Богом данную мне паству, за которую молюсь и которую благословляю. Слава Богу за все неспосланное. Мы за ваши молитвы здоровы и бодры духом. Господь да благословит вас
и да благопоспешит вам всем ваш богомолец и благожелатель, грешный архиепископ Петр. Слава Богу, жив и здоров. Зима у нас сиротская, холодов больших не бывает вследствие близости моря, у вас холоднее. Но сырость и влажность воздуха неблагоприятно отзываются на организме, ноют кости, часто простуживаюсь. Немного опухают ноги от ослабления сердечной деятельности. Сколько можно, подлечиваюсь и, конечно, берегусь. Архиепископ Петр в своей маленькой комнате принимал всех, кто желал его видеть и с ним побеседовать. Поил чаем и кормил. Вынашивал мысль о том, чтобы организовать помощь заключенному духовенству. Вскоре лагерной администрации было донесено, что в комнате архиепископа Петра собирается духовенство. И хотя разговоры велись исключительно на религиозные темы, лагерное начальство решило наказать владыку. К тому же, несмотря на строжайшие запреты лагерной администрации на совершение треп, владыка Петр обратил к православной вере и крестил в Святом озере заключенную эстонку. И в октябре 1928 года был отправлен на остров Анзер. В анзерской и троицкой командировке архиепископ работал счетоводом. Из письма владыки: «Слава Богу за все, что пришлось мне за это время пережить и переживать. Нынешний раз как-то особенно грустно и скорбно я встретил и провожу праздники, как никогда раньше. Ведь шестые праздники провожу вне дома, не с теми, с кем бы желалось. Но все это решительно надо терпеть. Ну что делать? Не так живи, как хочется, а как Бог велит. Живу в уединенном и пустынном месте на берегу глубокого морского залива. Никого не вижу, кроме живущих вместе, и могу воображать себя пустынным жителем. В этом уединенном месте, где почти не было людей, он составил акафист преподобному Герману Соловецкому. Открытки с частями текста владыка посылал своим духовным чадам. Впоследствии им удалось собрать и восстановить текст акафиста целиком. В завершающей акафист молитве преподобному Герману владыка Петр просит помощи и укрепления. «Да ревность не поработаем Господу Богу прочее время живота нашего, и понесем на себе иго Его благое, и легкое Его бремя, и так вот, достигши благодатью Христовую небесного царствия, сподобимся с Тобою и со всеми святыми славите и воспевати пречестное и великолепное имя Отца и Сына и Святого Духа». Владыка предчувствовал близкую встречу с вечностью. Осенью 1928 года на Анзере началась эпидемия тифа. Из тысячи заключенных, находившихся в то время на острове, за зиму 1928-29 годов умерло 500 человек. Были вырыты большие братские могилы вблизи храма Воскресения Господня, и туда складывали всю зиму умерших, а сверху ямы закрывали лапником. За много лет до этого, 18 июня 1712 года, Матерь Божия, явившись преподобному Иову, сказала:
На этом месте пусть будет сооружен скит во имя страданий моего сына. Пусть живут 12 иноков и будут все время поститься, кроме субботы и воскресенья. Придет время, верующие на этой горе будут падать от страданий, как мухи. Впоследствии на этом месте было воздвигнуто два храма. Каменный, в честь распятия Господня, с пределом в честь Успения Пресвятой Богородицы, где во время эпидемии тифа разместился госпиталь, и деревянный, Воскресение Господня, под горой, где некоторое время помещался морг. В конце 1928 года архиепископ Петр заболел тифом, и в январскую стужу 1929 года был доставлен под конвоем в Голгофа распятский скит в так называемый госпиталь. Архиепископа Петра положили в палату, которая размещалась у алтаря церкви распятия Господня. Он проболел 2 недели. И казалось, что кризис миновал, но владыка был очень слаб и совсем не принимал пищи. В одной палате с архиепископом лежал его духовный сын. В день смерти архиепископа Петра, 7 февраля, в 4 часа утра он услышал шум, как бы от влетевшей стаи птиц, открыл глаза и увидел святую великомученицу Варвару со многими девами. Великомученица Варвара подошла к постели владыки и причастила его святых христовых тайн. В тот же день, 7 февраля 1929 года, на праздник любимой им иконы Царицы Небесной «Утоли моя печали», тропарь, который всегда пелся на его службах, «Утоли болезни, многовоздыхающие души, утолившая всякую слезу от лица земли, ты, бо человеком болезни отгонишь и грешных скорби разрушаешь, тебе, бо вси стяжахум надежду и утверждение, Пресвятая Мать и Деву, владыка Петр скончался». Перед смертью он написал на стене карандашом: «Жить я больше не хочу, меня Господь к себе призывает». Погребение было назначено на воскресенье, 10 февраля. Один из священников пошел к начальнику просить разрешения устроить торжественные похороны почившему и поставить на могиле крест. Разрешение на участие в похоронах получили 3 священника – и 2 мирян, но не позволено было торжественного совершения отпевания и погребения в облачении. Однако вскоре стало известно, что тело владыки уже бросили в общую могилу, доверху заполненную умершими.
Начальство приказало завалить могилу землей и снегом, но это распоряжение не было выполнено, и могилу, к счастью, еще не была зарыта. Общую могилу освободили от еловых веток. Владыка лежал в длинной рубахе, со сложенными на груди руками. Лицо было засыпано еловыми иголочками. Три священника на простыне подняли его из общей могилы, расчесали волосы, отерли лицо и начали прямо на снегу облачать, вопреки запрещениям начальства, в новую лиловую мантию, клобук, амафор. Положили его в гроб, дали в руки крест, четки и Евангелие. Священники громко и торжественно совершили отпевание. На отпевание собралось около 20 человек. После прощальных слов останки опустили в могилу, выкопанную напротив алтаря Воскресенского храма, и поставили крест с надписью. Духовная дочь архиепископа Петра вспоминала позднее: «В головах елка, в ногах три пихты». Владыка умер от тифа последним, после него никто уже не умирал. Тиф кончился, и настало тепло. Один из хоронивших архиепископа священник рассказывал, когда зарыли могилу, над ней стал виден столб света, и в нем явился владыка и благословил их. Весной 1929 года по распоряжению лагерного начальства все кресты на Соловецких кладбищах были сняты и обращены в дрова. Но Голгофа без креста остаться не могла. Господь сотворил чудо. Выросла крестообразная береза. Вскрытие общих захоронений свидетельствовало: на Анзере замученных, умерших от голода, страданий и болезней, сбрасывали в ямы без гробов и даже без одежды, а по мере наполнения присыпали чудовищные братские могилы землей. И никогда не узнать, сколько безымянных узников приняла таким образом Соловецкая земля. Века прошли. Избылось предсказание Пресвятой Богородицы, данное преподобному Иову, по преданию на этом самом поле. Гора сия, нарицается вторая Голгофа. Открылось истинное значение этих пророческих слов. Воочию миру была явлена страшная российская Голгофа. На юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года архиепископ Петр прославлен в лике святых. 23 августа, в день памяти святых новомучеников и исповедников Соловецких, его честные мощи впервые были принесены в Спасо-Преображенский собор для общецерковного поклонения. Ныне рака с мощами находится в Соловецком монастыре рядом с мощами великих соловецких первоначальников Зосимой, Саватием и Германом.
После 1929 года репрессии против священнослужителей на Соловках ужесточились. Было полностью запрещено богослужение, всех остригли и переодели в казенное обмундирование и разрешали держать иконы. Оказавшиеся на Соловках архиереи и священники, рискуя жизнью, несли благую весть своим соузникам, утешали и укрепляли ослабевших духом, тайно крестили новообращенных, напутствовали в последний путь умирающих и приговоренных к смерти, а репрессии и ссылку на Соловки воспринимали как особую милость Господа. Из воспоминаний современника. Сквозь дрему я услышал тонкий жалобный плач отца Василия, священника из Рязани. С зеленоватой от старости бородой стоял он в углу на коленях, молился и плакал. Я не мог вынести и спустился утешать старика. Оказалось, он плакал от радости, что умрет не где-нибудь в тайге, а на земле, за Симой и Саватием освященной. В результате репрессий число служащего духовенства в России резко сократилось. К началу 1935 года число зарегистрированных священнослужителей Русской Православной Церкви не превышало 20 тысяч человек. Многие перешли на нелегальное положение. Народ сопротивлялся гонениям как мог. Около 14% крестьянских бунтов того времени имели первопричиной закрытия церквей. В правительственные инстанции хлынул поток жалоб на притеснение, которым подвергалась церковь. Но полностью ситуация в религиозном вопросе прояснилась для властей после переписи 1937 года. Сталину потребовалось увидеть плоды 20-летней деятельности советской власти. В перепись был включен вопрос о вероисповедании. Результат оказался ошеломляющим. 2/3 жителей села и 1/3 в городе, то есть более половины всего народа, считали себя верующими, и это после 20 лет непрерывного гонения. Провал антирелигиозной деятельности советского государства показал Сталину, что для искоренения религии необходимо провести новую репрессивную кампанию против церкви, причем осуществлять ее надо с беспрецедентной жестокостью. Убийство Кирова в декабре 1934 года положило начало эпохе, названной позднее Большим террором. С 1935 года шло физическое истребление духовенства и мирян с целью полного уничтожения, физического сокрушения православия. Арестованным предъявляли самые невероятные обвинения в шпионаже, саботаже, терроре. Судебное производство было упрощено до крайности. Скорый и неправедный суд совершали тройки, судебные коллегии из 3 членов, первый секретарь обкома, главный прокурор области, начальник областного управления НКВД. В 1937 году они получили право вынесения смертных приговоров. До сих пор неизвестно точное число жертв. Так, исследователи считают, что в 1937 году в тюрьмах и лагерях находились 5 миллионов человек, а в январе 1937-го, декабре 1938 годов было арестовано еще 7 миллионов. В этот же период было расстреляно около 1 миллиона человек и умерло в заключении около 2 миллионов. Шла тотальная атака на церковь и русский народ. Соловецкий лагерь, определивший многие черты гулаговской системы, в декабре 1933 года был расформирован. В дальнейшем на Соловках располагалось одно из отделений Беломоро-Балтийского лагеря.
конце 1937 года особая тройка управления НКВД по Ленинградской области постановила расстрелять 1825 заключенных СЛОН. Соловецкий архипелаг после массовых расстрелов заключенных был выведен из состава ГУЛАГа и превращен из лагеря в образцовую тюрьму Главного управления государственной безопасности. Маятник репрессий продолжал раскачиваться, уничтожая и уродуя как узников, так и их охранников. В 1939 году обострившиеся советско-финляндские отношения и другие причины положили конец Соловецкой тюрьме. По приказу нового наркома внутренних дел Лаврентия Берия она вдруг срочно расформировывается. Поздней штормовой осенью 1939 года узников этапировали в другие изоляторы и лагеря на материк. В ноябре 1939 года Соловки покинули последние заключенные. Закончилась история ад строя. Согласно опубликованным материалам Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, за годы советской власти по политическим мотивам в СССР было расстреляно, а также погибло в тюрьмах и лагерях около 25 миллионов человек. Лозунг «Железной рукой загоним человечество к счастью», как оказалось, привел лишь к гибели большинства попавших под эту железную руку. В результате гонений второй половины 30-х годов Русская Православная Церковь, как организация, была разгромлена. За этот период число храмов Советской России сократилось на 98%, а церковнослужителей на 95%. Но несмотря на самые страшные в истории христианства гонения, Русская Православная Церковь все же не была полностью уничтожена и сохранила потенциал для будущего возрождения. Советское общество отвергло от себя лучших представителей духовенства и интеллигенции, поставив их в положение узников. И вместе с ними отвергла христианские начала, на которых основывалась российская государственность. Для многих поколений русских людей слово «Соловки» стало символом репрессий. И все-таки история Соловков – это история многочисленных примеров духовного сопротивления безвинно арестованных узников, которые, вопреки физическим и моральным страданиям, не утратив человеческого достоинства, завершили здесь свой жизненный путь. Благодаря подвигам этих людей, Соловки из символа репрессий становятся символом единения и святости. В протяжении многих веков Соловецкая обитель была благодатным и неиссякаемым источником духовной мудрости, христианского света и радости. Северную твердыню православия созидала любовь к Богу и Его творение человеку. Тирания сделала все, чтобы разрушить святыню. Но Бог поругаем не бывает. И как пронзительно звучит первосвятительское слово
почившего святейшего патриарха Алексия II. Мы все больше и больше осознаем, что в недавнем прошлом были не только массовая гибель невинных людей, не только богоборчество и богоотступничество, но и высочайший, светлый, побеждающий смерть мученический подвиг по своему величию, сопоставимый только с мученичеством первых христиан. Новомученики, свидетельствуете сегодня, именно благодаря им не была убита душа народа, и ныне Русская Православная Церковь воссоздается их святой кровью. И сегодня, когда древняя обитель восстает, когда пришли в возрожденный монастырь насельники и устремляются сюда паломники со всех уголков нашей многострадальной Родины, Соловецкая обитель являет миру чудо небесной красоты и духовного величия.